непрофессиональной точки зрения, все газмановское творчество, а не только песня про колокола, про там что-то еще. Москва, бум-бум, звонят колокола. Это безусловный кич. Безусловный кич. Вы знаете, я сам питерский. И для меня с детства музыка Глиера, гимн великому городу, пришел не с экрана телевизора и не с концертной площадки. Он пришел на перроне Московского вокзала, куда тогда приходила «Красная стрела», либо отправлялась «Красная стрела» 2 раза в сутки. Понимаете, 2 раза в сутки один поезд встречался и провожался гимном. Хорошо. Я сейчас не о музыке говорю, я о сути. Стоит же приехать вот мне на Ленинградский вокзал, а я все время мотаюсь туда-сюда, так сказать, когда нет возможности сделать это на машине. На каком бы поезде я ни приехал, там Москва, звонят колокола. Фу. А ты уже, значит, мыслями в съемках, в каких-то делах. А если ты на похороны приехал и так далее. А Москва, все, звонят колокола, понимаете? Это не настраивает, как, наверное, планировали Лужков с Газмановым, людей на бодрое настроение, с которым они бы потом вышли вот на привокзальную площадь и, так сказать, ушли по своим делам. Как мне кажется, они попали ровно в обратную ситуацию. Они мешают сосредоточиться. И если уж так нужно, чтобы звучала музыка масштаба Глиеровского гимна великого города, наверное, это должно быть 1 либо 2 раза в сутки. Наверное, это должен быть, фирмишный, там, вот много-много в этом слове, поезд. И, наверное, это должна быть дорогая моя столица, золотая Москва. Действительно, гимн Москвы. Газманов кич. Это отвратительно. А что касается там, вот этих вот чиновничьих дел, там с РЖД и вот культуры, это, в общем-то, не их дело, между прочим, немножечко. Это дело москвичей. Проведите-ка референдум. Я думаю, что вот это пивососы, так сказать, вот это вот нравственные уроды, которые за Путина голосуют, они проголосуют и за Газманова, безусловно. Но их будет абсолютное меньшинство.